евангелистами, да, мужчинами, все мы знаем, Ивана Нифонта, Михаила Гуляева, Волкова Андрея, и еще много юных мужских дарований, я бы сказала. И очень приятно видеть сегодня в строю наших красавиц-девушек, которые стремятся достичь таких же высот, как наши дзюдоисты мужчины. Надя Машкова у нас не только призерка чемпионата России, но и призерка чемпионата Европы, мира. Мы надеемся, что все мечты наших юных дзюдоистов исполнятся, и мы обязательно увидим их на Олимпиаде. Пусть будет это еще не Бразилия, а может быть следующие Олимпийские игры. Всем участницам этого турнира желаю достичь, показать свой наилучший результат в этих схватках и, конечно же, исполнение желаний и здоровья всем.